Добрый день вам. Очень, очень интересный комментарий у вас. Очень. Я вам сейчас кое-что покажу. Я даже вот так сяду. Красавица, не правда ли? Особенно вот здесь. Скажите, она прекрасна. Ой, а это что? Просто секс-символ Украины. А это, граждане товарищи, участница на Евровидении 2024 от Украины. Скажем так, вся страна в одном лице. Кстати, попрошу вас заметить, вот эта тетя даже хуй во рту еще толком не держала. Простите за откровенность. Детей не рожала. А уже свою вот эту девочку, младшую, нижнюю, видит иногда только по праздникам. Не успев, поднявшись 3 ступеньки, прям морда ебанулась сразу в сцену. На всю Европу, как всегда, кусочек кавелика гімця випав на сцене Европы с Украины. Вот. Другая ваша, значит, чемпионка, конечно, побила все рекорды. Заняла 1-е место на сексуальном чемпионате Европы. За один день приняла не просто на душу, а на весь свой организм 300 мужчин Европейского Союза. При этом ее муж служит в ЗСУ и очень гордится женой. И давая интервью, сказал, что в следующем году уже его жена тоже поедет на чемпионат. А вы все о моем лице, да о моем лице. Оно у меня прекрасно. Я габаритная женщина славянской наружности. Кстати, еще вам кое-что хочу сказать. Если вы когда-нибудь волей судьбы сможете проведать картины галереи 16-го, 17 века и даже 10-го. Вот, вы заметите, что картины писали из женщин при теле. Но никак инстаграмных див. Угу. Но мне очень понравилась ваша кандидатка на Евровидение. Прям такая пуси-муси. Да. Да. Я, наверное, со своим лицом здесь сама посижу.